Около 30 членов Союза журналистов отправились в автопробег по городам Московской области. Тема – спортивное Подмосковье. Этот автопробег стал юбилейным, 10-м. Его главная задача – познакомить журналистское сообщество со спортивными объектами и центрами подготовки спортсменов региона. В первый день участники побывали в городе Ступино, во второй – отправились осматривать город Домодедово. Здесь они побывали на новом стадионе вместимостью 6 тысяч зрителей. Он был построен по всем стандартам FIFA, как запасная тренировочная площадка для команд участниц чемпионата мира по футболу, который вот-вот стартует в нашей стране. Делегация также осмотрела хоккейный стадион «Легенда», где в Академии Вячеслава Фетисова готовят юных спортсменов. Журналисты встретились с депутатом Мособлдумы, спортивным журналистом, профессиональным спортсменом Олегом Жолобовым. В третий завершающий день участники автопробега побывают в городе Чехов, где запланирована встреча с нашим прославленным боксером-тяжеловесом Александром Поветкиным. Подробности смотрите в одном из наших следующих выпусков.